привет! С вами я, Алиса, и вы на канале Алиса Изи. И сегодня мы будем делать домик для моего джунгарского хомячка. А делать мы его будем вот из этого кокоса. Я уже не выдержала и предварительно сделала дырочку и выпила все молочко. Оно было очень сладким, но и жирноватым немножко. Ну и как всегда, мне понадобится помощь моего папы. Для начала сверлим отверстие в кокосе. Затем делаем большое отверстие фрезой. Это будет дверь для Хомы. Вот такое красивое оно у нас получается. Достаем изнутри кокосовую стружку и оставляем только кору ореха. Вот так это выглядит. Теперь делаем отверстие для окна. Затем делаем раму для окна, шлифуем вокруг отверстий кокос. Ну а теперь крепим домик на подставку. Мы ее сделали из остатков другого кокоса, но можно и на обычную дощечку прикрепить. Готово! Вот такой замечательный домик у нас получился. Я думаю, он понравится моему Джуни. Понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте нажимать на колокольчик возле кнопки подписаться. Ну а всем пока-пока, до следующего видео. Хочу сказать.